Всем привет, ребят, меня зовут Дина, и вы на канале Дина Блин Гейм. И сегодня мы пойдем играть в гусей. Делать мы это будем на канале у Юлечки Боёвал, ну а я для вас, как всегда, выкладываю это на ютубчик. Кроме того, сегодня у меня для вас сюрприз. Этот гусь достанется кому-то из вас. Чтобы его выиграть, вам нужно сделать две вещи. Первое, написать здесь в комментариях о том, что вы хотите этого гуся себе, и оставить свой никнейм из Телеграма. А второе, пойти ко мне в Телеграм и под постом с розыгрышем гуся написать «Я с Ютуба хочу выиграть гуся». И одному или одной из вас он достанется. Так что удачи, и можно уже за это лайк втопить. Ой, что-то он размазанный. Сюда мимик, это имбароль. В первой же катке мимик. Да, Джонни. Ой, что-то такой тихий. Подожди, я тебя не слышу. А, поговори. Алло. Да, сейчас я тебя еще увеличу. Что за фигня? А теперь поговори. Алло. Я тихий или как? Вот, сейчас нормальный стал. Сейчас нормальный. Диночка, запомни, я самая модная, самая популярная гусь на свете. Ага. Запомните так, все, я самая популярная, самая крутая. Принято. Привет, Кристина. Привет. Всем привет. Скиллс написал фонтан. А что, и что делать надо? Надо задание выполнять. Иди сюда. Да, что? Пойду выполнять задание. Пиздец. Я хожу, задание выполняю, а вы? Короче, я предлагаю. Так. Я предлагаю, чипс, ты кто? Как это? Идемте, я объясню один момент. Так. Братуха, я не знаю, где задание. Там задание у тебя слева написано, на карте тап нажимаешь, у тебя желтеньким светится. Не стойте, сейчас напереди кто-то. Ах ты гандон. Отряд не заметил пропажи бойца. Ну как так? Всем вообще насрать, боже. Я в шоке. Не надо убивать. Я в шоке. Подожди, а почему я что ли... Ах, да, вот так вот, да? Угу. Я просто позвонил, первый сказать, убили. Что я вас всех люблю. Сука, первый и не видел убили. Ничего, ни один труп. Молодец, дед. Да, позвонил, меня убил. А у нас была Диночку Дина, отъебали. У нас Диночку, а как Дина умерла? Джонни на ноль. Всем похуй. Кто я ноль? Что-то... Джонни, ты очень тихий. Ты пиздец. Джонни, делай что-то с этим, братан. А как Дина? А меня нормально слышно? Я убили. Артист пишет, когда она поймет, что в мьюте. Я убил Дину, блин. Escape, настройки, игроки, и там каждого сделать громче и тише. Почему у меня поставился только один маф? Мы все Джонни специально замутили, походу. Давайте Джонни кикнем. Я увидел, как он убил Дину, блин. Не надо кикать. Думаю, что там нужно на него нажать. Я думаю, это Юля убила в голосовании. А тут видно, кто в кого нет, голосует? Нет, она молчала всё. Не. Короче, я не молчала. Ну просто признайтесь, да. Кто убил Дину, и все, я кикнем. Опа, а кто меня? Смотри, а Джонни... Джонни, я пробок Джонни... нажал. А я специально в Джонни уебал. Я самая безобидная утка. Пам-пам. Я думала, что там уже есть утка где-то... Делать. Эх, ну что же, я одна... Ну я мирно, что буду летать, делать задание. О, рыбалочка. Точно как недавно рыбачила. Ну и примерно то же самое я и выловила. Давай. Сюда. Жалко, что нет. Рыбка. Как я понял. Алло. Нет, я потому что... Да. Это репорт, да, походу, видимо, да. Да. Кто вызвал, кто убил? Даша. Ну я не трейдер, честно, я не трейдер, я не трейдер, но я... Том, на фонтане встречаемся, Том.
Ага, ага. Юлечка, ББ, родная. Ну, вы можете меня кикнуть, я говорю, но я не трейдер. Коря я в шоке, все убивают, кроме а, нее. А, ты пеликан? Ты все равно тихий. Нет, она я не пеликан, пеликан и не трейдер. Я не... Юлечка, чудо себе. Я мирная роль, у меня мирная роль. А зачем ты Юлю убила? Она Додо? Порохло, блядь. Убегала. А сейчас я крутой? Да. Понял. Нажимаю. Все, я крутой, громкий? До свидания. Да, ура. Да, получше стало. Спасибо. Так, тогда нужно. Спасибо, настройщики утки, но я все равно самый модный тут. Юля, прости, пожалуйста. М. А, М. Да, я вижу. Даш! За что? Ну я думала, ты плохая, потому что ты с Диной ходила рядом. Да. Меня Гвин съел посреди толпы, никто не заметил. Что? Ты мне захотела. Скажи. Нет, неправда. Это за то, что я завтра к себе не смогу прийти днем, да, поэтому. Да, 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 да. Что, да, нет? Правда. Ты же сама сказала, что нет. А почему у нас только один трейдер Дин, подрывник Коля? Я не знаю, как так вышло, Юлек. А че, реально? Дин, ну как тоже знает? Не знаю. Может, если бы это ты запускала игру, тогда бы нормально было. Так, почему, Даша? Потому что, когда мы последний раз играли, у нас было очень много, по-моему, этих второстепенных ролей, и нас осталось еще мало, и ты поставила одного трейдера. О, такой, думаешь, еще и Гвин съел Корю. О! Но у нас трейдеров не осталось. Ой, а не, она бомбу кому-то успела кто-то взорвется сейчас. Надеюсь, что живот Гвина взорвется. Кого? Гвина, ты взорвалась? Не-не-не, меня Гвин съел. Мы стояли в толпе, он меня при всех съел. Джонни взорвался. Это звезда. Еще как взорвался. Ночеватель, это вообще что такое, Дина? Можешь объяснить? Не совсем поняла, что я могу убить только одного игрока. Да, это мирная роль. Например, ты думаешь, что кто-то плохой, и ты его убиваешь. Один раз за игру. Правильно. Ну вот, Юля, я думала, что ты плохая. Я приду. Ты просто ничего не сказал, когда я тебе писем купила. Сейчас, я после этой поставлю три предателя. Или, подожди, три предателя или четыре на 15 поставить, как думаете? Мне кажется, три, и пусть будут эти роли, ну, как пеликан, угу. Иначе будет слишком тяжело. Да-да-да, короче, по максимуму все поставим. Угу. Четыре будет слишком много. Можно пока летать, задания делать, я вот этим занимаюсь. Мне кажется, там никто задания не делает, если честно, кроме нас, призрака. А тут кто угодно может выполнить бесконечное количество заданий. То есть ты доделываешь, следующее появляется. Ты как бы чужие выполняешь. Мы вообще можем их затащить. О нет, стоп, я не права, у меня закончились задания. Блин. Ого, блядь. Кто-то Джонни захуярил. О, короче, говорит. В том супермирный мы... Водка, походу, не Джонни. Там кого-то бабахнуло. Там кого-то бабахнуло бабахой. 13 томом. Ножки остались, мы не поняли, кто это. Я думала, это кто. Есть одно подозрение, что это Гаечка. Там Чипс бегал и кричал, что у Чипса бомба. Нет, а чё? Лиза. Но Чипса нету. Чипса нету. Даш, какая роль у тебя? Мы с Лизой водка. Вместе стояли, я прибежал в Скиллс. Это водка и Гвин, походу. Да, походу. Охуеть, нихуя себе, блядь, боже мой. Водка, понятно, я в тебя голосую, не надо вкидывать так бездумно. Ааа, это не я! Вы чё? Я стоял! Стоп, кто? Окружаем, окружаем. В смысле бездумно, вы чё, вообще что ли, блядь? Мужики, окружаем, блядь, вы вообще... Водка на фонтане, водка на фонтане, водка на фонтане, водка на фонтане. Водка, на фонтане собираемся, мужики. Это не Лиза став... Блядь, а кто меня скинул? Блядь, надо было выкинуть. За что? Ну, так. Прикол. А, так просто. Прикол. Так, получается, я все, что могла, сделала. Да, больше заданий мне не дают. Вот эта писклявая, она обманывает нас, понимаешь? Пошли ей пиздов дадим. Пошли на фонтан. Вот, вот эта хуйня, убегай, убегай от нее нахуй! Блять! А вот фонтан. Кого вы подозреваете? Айсайсел, пошли, пошли. Ай, блять!
Ах ты ж Гвин. Ах, ах ты. Ах, ах ты. Кто? Там два трупа, это был не я, объясняю. Я говорю водке, водка был шерифом. Он чекнул эту Крис Вейф и захуярился. У нас остается only Лиза. Все. Почему only Лиза? Ты ходишь вместе с Гаечкой, блядь. Ты ходишь вместе с Гаечкой, почему не вы? Одинаково? Потому что она живая. Она мимо, она, смотри, еще раз тебе говорю. Водка был шерифом. Сколько? Водка был шерифом. Еще раз тебе понимаю. Сколько водка был шерифом? Осталось? Нас Валерон была в топе, Гвин точно нет. А почему Гвин Гаечка точно нет? Лиза. А потому что мы с ним всю игру бегали. Мы захуярили абсолютно всех все этих уебанов, блядь. Я прошла, увидела Гвина с Гаечкой и уже кого-то убили. Мы покикали всех плохих гандонов. Мы никого не кикали, всех у нас дабл килл, у нас сейчас дабл килл был, алло. У нас сейчас был дабл килл, мы все... Дабл, он же так что сказал, у нас был дабл килл сейчас. Я видел Гайку, видел Тома. Потому что водка убил Крис Вейф. Ясно. Между ними двумя кто-то, ребят. Кто? Между Айс и Лерон. Это же твои слова. Нет, это водка убил Крис Вейф, и из-за этого водка умер сам. Да что вы в меня вкидываете? Вы больные, блядь, или чё нахуй? Я не могу не... Лерон, стой. Лерон, давай нет, поговорим, давай обсудим. Нет, я тебя убил бы уже, ты понимаешь? Если бы я был бы твиттером, я прямо сейчас тебя же убил бы. Мы с тобой не виделись, у тебя... Нет, послушай меня, нет, послушай меня, Лерон, пожалуйста, послушай. Лерон, просто послушай меня. Что так долго, не буду тебя... Просто послушай меня, я тебе говорю, блядь! Просто послушай меня! Кто? Нет, не буду. Просто, Лерон, послушай меня, пожалуйста. А вот... Бля, это же очевидно. Ебаный сын говна. Все, это я все сказала. Так, кто мог его убить, он же мститель. А хотя подожди, поедание не считается убийством, да? Нет, твою логику, твою мотивацию я имею в виду. Типа, нахуя человек? Это называется договороспособность. Это называется... Гаюш, Галя! Да. Кстати, Том Гандон. Пластовый остался. А в чем прикол к Тому? А где он, блядь? Он же проиграет тогда. Социальный инженер. Без негатива. Ладно, трейтер. Ты умрёте. Ну, кстати... Че? Пока. Это так получилось. Только Гвин всех сожрал. Нихуя все по кругу так стали теперь. Неплохо. Да. Я думал, три трейтера стоит. А кто узнал, что ты пеликан? Убить всех. Дают денежки. Вообще не знал. Кто вам так? Постойте, а как она мне... Кто, а как ты не знал, что она, он пеликан? Они наели чего вместе. Чего такое, кто? Что такое? Было? Короче. Кто же мир? Коля, вопрос, а как трейтеров? Ты мне бомбу дала? Я сама не могу, я первый раз зашла, меня бомбой сделали, я из-за этого подумал, что это Дима, потому что в этот момент он пробежал, у меня бомба оказалась, я ее дал в FGK и все. Я вообще бомбу дала. Так это, слышите, а что у нас, три импостера должны быть еще? Охуенно. У нас, по идее, должно быть либо минимум два, либо да, три. Да, дофига должно немножко быть. Немножко амням-тур случился. Ребят, не знаю, как а так когда... вышло. Я не помню, что вообще пеликан побеждал. Это легендарный момент вообще. Не, часто побеждали. Было. Не было. Дина! Было. Вот тебе не стыдно? Что ты орёшь на меня? Алло, почему не слышно? Алло. Тебе не стыдно? Все, поставлено много. Коря, нажми готово. Очень стыдно. Коря, нажми. Ищка тоже рэдди. Нажала. Поехали. Галя. Сюда. Надо Гвина съесть в отместку. Ебать, я пока роль читал, чуть не уснул нахуй. Что ребят, это? Вы трейтеры, все нормально, у меня поставилось. Да, Дин, я как трейтер почитал роль, и сейчас да, у меня цель по тебя убить. Пойдем. Стой! Стоять! Нет, так. Стой! Кто, брат? Я тебя не буду трогать, клянусь. Знайте все, я супер добрый, супер крутой мужик. Супер добрый, сразу говорю. Я супер добрый. Бори. Что такая музыка летающая? Подожди, а почему ты говоришь, что кто мы не будешь, остальных, получается, будешь? Нет, идем, честно, в этот раз не буду тебя трогать.
Я супер добрый. Ктом, ты же не знал, что он пеликан в прошлом раунде? Нет. Он завез контент один. Оставь это между нами. Я еще один. Мы вдвоем ходили, он съел человек 6, наверное. Я всех съедал перед ним. А он не понимал, блядь. Осуждаю такое. Кто-то тикает. Что надо сделать? Там кто-то тикал. Там кто-то тикал. Плохие. Короче. Я нашел труп справа снизу, оттуда выходила Лера, почему-то не зарепортила его. Очень подозрительно, друзья. Одну секунду. Лера, вы услышали взрыв? Я и все? Да. Взрыв был сверху, это я взорвал. Вы просто взрыв услышали? Не, взрыв был сверху, это я взорвал, потому что кто-то передал бомбу, дед, я тише, дал лички, я взорвал. Дед, понял, да? Тише, дед, не руинь, дед. Джонни, дави до конца. Кикаем Леру. За что? Да, нет, Найс, все. Да. Джонни наш. Джонни наш. Какой ваш? Ничего не понимаю. А, и Лёк тоже не наша, походу. Походу, да. Гвин, это ты не наша, опять пеликанище, сука, я тебя... Это ты, ёпта, не наша. А Юля улыбается. Мне кажется, Гвин мирный, они мне с Ктомом рассказали кое-какую тайну. Тоже давай, Гина, рассказывай. Я знаю, что, блядь, убили. Ну, типа, я понимаю, но я решила не говорить. Ну, уже всё. Да, конечно. Ты уже только сейчас поняла, Лера. В следующий раз я буду орать на полную. Давай. Вот бы еще Лера фильм озвучила с киногонки. Вообще топчик было бы. Алло. Девчонки, держимся вместе. Алло. О, привет. Давай. Давай. А кто бомбу-то подложил? Вопросик. Это я пукаю. Мама, это кто ты? Кто пукает? Привет, Даш. Дим, ну ты, тебе не стыдно? Мне, блин, знаете что? Лера, наверное, сейчас нас уже не слышит. Я буду. У меня орать к ней вопросик. Я буду орать, когда уже наконец-то звучка фильма. Слышишь? Мне бомбу подкинули! Да, умирай, да! Умирай, Дина. Осторожно, не ходи туда, гаечка, там бомба! Верни за бомбу. Ну, Дина, умри. Батюшки, как страшно-то, господи. Умри. Блин, а кто подкинул? Так, дамы и господа, я, Ктом, Гвин, Скиллс, мы, сука, вершители судеб. Кто взорвал только что? Ну, у меня была бомба, я передал. Это мне Дина взорвал. Передала. Да, я передала, бля, деду. Передали, да, а ты кому да, передал? Я взорвал ее нахуй. Гаечки, походу. Да, блин, я кричала гаечки, чтобы она не шла в ту сторону, господи. Она там пошла, одна, там одна гаечка была, да, она бегала рядом. Так, у нас, получается, подрывник остался. И я не знаю, нейтрал... Так, короче, всем подойти... Всех собираем на фонтане и будем устраивать перекрестный допрос. Лобное я место. Боюсь на фонтан идти. Нет, иди на фонтан. Это же не дуэта, не бойся. Не бойся, на фонтане отвилишься. Давай, пойдемте. Реально, мы комиссия по чрезвычайным ситуациям. Идемте. А фонтан чужой, под свой фонтан идем. Не, на наш фонтан, а фонтан амулет. Понял. О, господи. Ведь говорили, что так нельзя теперь. Кто это сказал? 15 секунд. Мне кто-то говорит, что так нельзя теперь с амулетом. Он там справа, пойдемте. Что за амулет? Ну, из доты. Полицейский или злой? Мой бригада. Я тупой. Ты тупой, хорошо. Смотри. На Дину, глаз на Дину. Глаз на Дину, хорошо. На Дина норм. Смотри. А что на меня-то глаз? Я... Отойдите, кстати, отойдите, может кто-то из вас подкинет. Не подходи! Так, сейчас. Останьте так, ты меня боишься? Короче, Джонни, я могу реально сейчас пикнуть, просто выбери кого на рандом. Дина. Крис Вейв. Дина, иди сюда, Дин. А какого хрена? Бать Гвин на шерифе зарезал всех. Какого хрена? А почему ты всех перерезал? Мне фраза не понравилась, а он так запрещено, блин. Водка, нихуя у тебя, ты видел птицу свою, водка? Чего? А чё в водке было? Ну свою птицу назвать. Подожди, что, Джонни? А у меня тоже было, я не поняла. Дина, ты сказала... А Додо?
Ебать. Дина, ты, не хочешь сказала, Джонни, ты ебанутый. Не, она сказала, а так нельзя, и все, и у меня. Кристина, если ты, если мне, ты, если мне ты говорили, что в доте больше нельзя в амулет вставать. А, я думал, какие-то правила в гусях ты придумала, и да, типа на так фонтан, нельзя. Типа, ты блин, прикалываешься, ебать, что ли? Джонни, ты ебнутый, блядь. А. Если ты Дода, тебе надо, чтобы тебя чё? Все проголосовали. Если честно, думал, что сейчас отписываю с Диной, пойду пописаю. Да, ребята, если вы не знаете, что ты выиграешь игру. Чё? Я все больше к вам никуда не прихожу. Вы из-за какой-то херни режете просто. Что за бред? Рега, я хочу быть подробником. Рега. Не надо. Тогда мне не... Очень странно. Это я, Гусь, обращаюсь к вам. Срочно поставьте лайк, иначе утки победят. Скорее ставьте лайк. И не пишите, что это кринж. Ну ладно, сейчас я их всех обосру зато. Мне сказали, что... Очень странно. Ну ладно. Да, слушаю. Я с вами больше ни в каких собраниях участвовать не буду. Привет. Я буду. Что такое? Всегда одна карта только? Нет, тут куча Дина, карт. Я люблю хоккей, если что. Но это самая простая. Дина, мне нравится очень хоккей. Окей. Типа, я говорю, я поубираюсь в доме. Ага, принято. Нет, я сказала а привет. А мне ножи не достаются, ребят. Дина, иди сюда. Дина, что такое? Иди ко мне, Дина. Нет, я не пойду. Блядь, да... А, интересно. Очень интересная информация. Ребят, давайте я. Я в стороне стою, мне пофиг. Не подходи, водка, не ходи туда. Желтая хуйня по съебам дала, желтая, водка, внизу. Че поймешь? Все, я тушил. У нас труп съел. Я тушил. Лови желтого, не, ну, конечно, в первом раунде нереально обчихать. Кто-то раскурил кальян. Я побежала. Ага. Это скиллс, ну, это скиллс, это скиллс, это скиллс. Никакого скиллза, мы вместе подошли и видели, что это скиллз. Это дед, это дед. Значит, там пеликан еще подъедает. Значит, флоджаке со скиллзом два пизда бола. Давай не пизди, дедуля, нахуй, Доду сиди. Я видел, как труп упал, и там желтый бегал, сука, вава. Так я не желтый, идиот! Желтый! Ты что, ебаный лосось? А, бля, это не скиллс, это вава, я говорю, это вава. Эй, нет, я подошла, я рядом... Это ты, блядь. Я рядом с Юлей стояла. Я подошла только. Я скип. Нет, это баба. Я не верю деду, я скип. Карен зашел. Это баба. Я только подошла, я встала рядом с Юлей, потом труп был. Ты я пробежала по деду, трупу. Я вот. Юля молчит, это Юля. Я не видела труп, там дым был. Все, это Дина, бля, буду нахуй. Получается, ты, бля, говорил, так и проголосовал. Все в Юлю ручки собираем. Не, лизу, верьте ногами. Да. Издать один. Где тебе? Все, я иду на охоту за Юлей. Да, движение у меня, конечно, сейчас было немножко палевное. Так, я типа собираю... Не-не-не, мне опасно. О, я знаю, можно в шкаф потом спрятаться будет. Опа, а вот она, а вот она. Блин, это Юля, не ходи с ней, Даш. Не ходи, не ходи, не ходи. Она тебя прикончит. Она тебя прикончит. Дай бог, уронит. Нет, Дин, Даш, не верь Дине, она злая. Она вот я знаю ее почерк. Да, она злая. Да, да, да. Че, проверяем Дину? Давай, ты уже проверь. Блять, да ну заебали. А, нет. Что? Я зарепортил. Ну, ладно, он... А, я все, я поняла. Короче, это Дина, потому что у меня роль. Да, да, Юля. Да, подожди, не может быть Дина. Угу, а да, кто? Юлька, ага. Сейчас. Короче, Юль, свалилась, сейчас нам репорт. Бля, Юля, нет, ты нет, это... не, я рядом. Не, не может быть, не может быть сам репорт. Юлек. Короче, почему-то я зарепортила ее, но она не может быть канадским гусем. Короче, у меня роль, которая не дает мне умереть. А, и, ну, а репорт при чем тут? И что? Вот не знаю. Я первый раз. Бля, а может ты как-то на труп наступила? Юль, есть. Нет, такие... там только Е нажать. Есть такие убийства, когда ты только подходишь. Да, на труп наступаешь. А, сразу.
Сразу водка раскусила тебя. Короче, ладно, я могу сказать, что у меня за роль мирная. Друг меня угадает, не угадает, похуй. Меня, а меня не может убить окружение. Не надо, не надо. Это пиздёж, это Крис сказала, что она. Это она говорила. Я клянусь, она сказала, что она авантюрист. А, значит, это Крис фейковая роль. Нет, Крис это говорила на прошлом раунде. Она это говорила, этот говорила. Значит, она фейканула, значит, она фейканула. Но как-то не, ребята, попало, ну да, вы наёбываете кого-то. Ребят, не надо меня наёбывать. Ну что, мне попадалась эта роль на прошлой игре. Вы чё, типа, рофлите? Это дед! Иди нахуй. Пахнет хуйнёй. Нет, это не дед, 100%. Чё, Дин, как меня убило? Что ты пишешь в чате? Плаки-плаки? Ааа, Юль. Дина, ты попыталась на неё чихнуть? Я просто с ними стояла, Джонни меня убил, а Юля веселится, такая на мирной роли. Дин, чё, как меня убило? Меня убил предатель, ну, в смысле, утка. Она веселится. А у тебя в игре микрофон пофикс? Да, у меня два камбопроса. Кто кого? Я не верил. Джонни не верил? Не, короче, она, смотри, нахуй, вот. Смотри, я, вот мне сказал, кто канавки гусь, это не Дина, если что. Водка, сюда, водка. Флэш-гейн, убей! Это они... О! Ты видел только что? Да. Что мы делаем? Делать надо, алло, мы сейчас ебать. Я говорил сразу, что это водка. Гаечкой стояли АФК в... У меня пролагал. Водка, ты ее все-таки ебанул, да, водка? Да, но да, это да. Водка. Но я один свой шанс потратил, все. Я, короче, но... короче, я понял. Лана убила Юлю, и водка убил Лану. Мы проебали. Ну, точнее, мы выиграли, что мы сделали. Я не знаю, короче. Еще один, если Чечко. Остался трейдер, то значит Чечко. Один. Я просто не знаю, сколько их тут. Ой, что, получается, водку? Да? Не, он шериф. Не, я не шериф, я линчеватель. А кто тогда скиллс? В смысле, еще кто-то просто короче, остался. У меня только один килл. Он убил трейдера только что, убивать. Лану. Он убил трейдера только что. Я типа у меня как один килл. По остатку у нас... Подожди, по остатку кто у нас остался? Дед вначале пиздел на Лану. Ты охуел, ты ебал вообще, закрой, блядь. Джонни, дед мирный. Мирный? Да, пока это ты, Джонни, блядь, хитман ебаный. Мне кажется, ну скиллс мирный, блядь. Короче, я в Ктома. Ха-ха, я в деда. Вы чё, крысы? Так, подожди, мы шерифы? А зачем мы шерифу тогда гикнули, блядь, если вы это, бля, шерифы? Это флоджикей, это флоджикей, еби флоджикей. Это Джонни опять! Блядь, как это совпало вообще? Я сожрала Крис, она мне говорит, а мы можем кого-то убить? Давай кого-то убьем. Да, Грин, ты такая падла, это просто пиздец. Ты понимаешь, это был урок жизни. Какой урок жизни, игра. Блядь? Юль, ну как там? Это урок жизни в том, я доверилась, что блядь! Я понимаю, это очень тяжело, знаешь, как вот... Это как... Не, знаете, что произошло? Когда младенца кидают в прорубь, и он должен полапаться там, понимаешь? Так и здесь. Ты этот младенец, а я твоя прорубь, понимаешь? Ты теперь знаешь, что в будущем нельзя доверять... Ну, доверять можно мне, но когда ты шериф, точно не стоит говорить, что ты шериф, понимаешь? А я думала, есть... Лан, что ты, я в тебя как гуля если влезла. Бы ты была, если бы ты, нет, если бы ты была бы не шериф, да, то я бы тебя, ну, не трогал. А так шериф... Ладно, давайте послушаем живых. А ты чё молчишь? Бля, Джонни ха... Да не Джонни я, подозревает. Бля, ну ёбаный дед, но нет, Джонни, это не я. Походи да, со мной, да, пожалуйста. Пойдём. Пошли на улицу. Прихлопнуть мышь. Я рядом, если почему-то, когда записываешь видео или когда на стриме сложно чихнуть. Чих как-то избегает тебя. Сам собой. Че, ебашим Джонни, не? По приколу. А вдруг, блядь? Дед, я не знаю, подожди, ты сейчас реально в меня гонишь, блядь? Кого убили? Никого не убили же. Не, никого не убивали, все живы. Том, скилл, скорая, дед, все живы, все нормально. Ну это Том, походу, ебашит всех, сука, маленький. А что ты взял, что это не флоджикей? Дед! Не знаю, но он со мной ходил, мне мышь помог приходить. Я забей, не...
Короче, а я не понял, что Skills гнал на водку, потом говорит, это не водка, блять. Я вот эту хуйню не понял просто. Да по-любому ты вкинул водку, ёбаный рот. Я водку я точно нахуя не вкидывал. Я нахуя вкинул водку, блять? А что там, пропуск был? Ладно, все, дед, да, пожалуйста. Да. Ну, руини шкатку нахуй. Дайте деду кикнем, блять, и продолжи нормально. Он... Охуел? Дед, кикайте деда. Не-не-не-не. Деда, голосуй. Гаечка! Родная, нажми кнопку. Птица, птица, которая нельзя кик... Да в какой пропуск? Вы чё, рофлите, блять, а... Ой, а зачем в дома, блять, раз? Ёбаный в ру... Что у нас происходит? Бля, я в ахуе. У нас все друг друга в одно, да? По одному ебашат. Не-не-не-не-не. Мы заданием сейчас выиграем. По заданиям выиграем. Следим за Джонни. Заданием сейчас выиграем. Задание. Бля, скилл ты пиздец мутный, нах. Он мог бы, кстати, тихонько убить на коре. Лёха, Лёха. Она бы не заметила. Жива? Ой. Всё. Пойдём. Нормально. А Чипс убежал. Ой, это, блядь, как душить? Блядь, опять ёбан. Бля, я хуй знает. А сколько у нас осталось убийц? Смотри, я... Не, подождите, Ктом, брат, смотри. Сколько ты играешь в эту игру? 2 часа. Я не знаю, как делать саботаж. Кори не знает, как делать саботаж. Гаечка вообще стоит за место мебели. Ты не знаешь, как делать. Это ёбаный фуджикей. Я стоял, тушил, подбегает Дима Скиллс. Выслушай хотя бы. Я стоял, тушил, подбежал Дима Скиллс, потом подбежал фуджикей, потом подбежал, а ты зарепортил. Дима фуджикей. Да я не могу как делать здесь саботажи. Кикните нахуй его, ёбаный рот. Кого промазал, блядь, стоял, тушил. Старые челы тоже могут делать. Короче, давайте возьмем просто сначала флэджике, а потом меня. Просто сейчас в размен хуйните меня и потом флэджике. Или наоборот, сначала флэджике, а потом меня. Как хотите. Давай. Давай сделаем так. Ой, как же он мутит воду. Ну давай, давай. Нападай. Блин, вы знаете, как странно? ННСМ, блядь! Иди на... Да и, блядь, я не убийца, ты дурак, бля... что ли? Температуры практически нет, она максимум у меня до 37,2 поднималась, но состояние... Голосуй в эту залупу, блядь, нажми, иди просто вон тут флотики. Просто отвратительное. Все живы? Ебать! Там, сейчас кто там за кухуэря, деда? Джонни! Вот ты не... хуйню говоришь! Не-не, Кори, это в натуре, Кори, клянусь не я! И пришел проверить, да? Надо тест унес сдать. Нахуй, проверить, как... мало ли что. Ях, блядь, в 9 веке, ковид. Давай. Сюда. Блин, не надо говорить слово ковид в видео на ютубе. Ну хотя мы уже глубоко, не в начале видоса. Блин. Пирожок с ковидлом я имел в виду. Внимание, блядь, Коря, ты сама видела, что вы там с Гаечкой стояли. Нахуя, блядь, это бы я делал? Я, блядь, что у меня хуй отсох, я не скидывал эту люстру. Что у меня хуй отсох, эту люстру не скидывал. И он резко появился и такой, все в порядке. Мы именно с Дашей пробегали. Коря, Ктом только что со мной тушил пожар. Ктом только что со мной тушил пожар, был флэджикей. И он, я ему говорю, бежим в колокола бить. Он не успевает добежать, его убивает флэджикей. Ну что ты, Коря, проголосуйте, пожалуйста, в него, нахуй. Это Джонни, Гаечка, сделай. Я услышал звук падения люстры, и, конечно же, я услышал нахуй. Люстру я не скидывал. Кто мог Гаечка, люстру не скидывал? Джонни, прости, получилось, Джонни, мы все почему увидим. А почему Гаечку не слышно? Люстру я скинул, люстру я не скидывал. Я убил Ктома, но люстру я не кидал. А почему Гаечку не слышно? Я тоже не знаю. Может, она молчит? Пуфик. Ту-ту-тум, ту-ту-ту-ту-тум. Сюда! Да. Вы просто, вы три раунда не можете скипнуть одного человека, это пиздец. А кто люстру скинул, блядь? Братанчик, они стояли под люстрой, я открываю тап, и они отбегают вправо. Бля. Там был бы даблкил.
Изи победа была. Но люстру, я как сказал, не пиздел, я люстру не скидывал. Джонни, это... Юлёк, ну как дела? Пеликан ебаный съел. Прости, Динокс. А, это я? Нет. Так, так, вот слышно, а сейчас перестало быть слышно. Вот, ну это Джонни вкинул, брат. Юйчи. Алло, есть слышно? О, да. Да. Слышно? Слышно? Даша, Юечка, нажимай. Ёбаный рот. А мне еще это... Юечка, ты тут? Жми готов. Даша. Тут у меня я эти... не мебель. Ты мебель. Ты пуфик, блядь. Спаситель. О, среди последних трех выживших, ну фигня. Это фигня. Роль, конечно, так себе. Роль, ребят, у меня так себе роль. Кому сейчас легко Динуль? Голубь опять что ли свой вот этот чахотный, убирайся. Ах, если бы. Ну слушай, в реальности примерно голубь сейчас. Как и у тебя? А кто тебя не слышно? Он молчит, может. Алло. Фу, кто ты? Кто молчи, если мать... Осуждаю. О, Дима, привет. Приветик, Дашуль. О, давай розовый... В общем, друзья, товарищи, ничего такого не произошло. Лана была пеликаном, меня спасли из пуза Ланы. На этом вся информация. Просто я зарезал пузо. Короче, подождите, я сделал кесарево сечение этой сучки и достал Лерон уже живородящую, блядь. Ну все, найс. Ладно. А кто как маньяк молчал, а потом за мной побежал со звуком та-да-да-да, по-моему, он убился. Бля, Лерончик НТ. Ребят, ну мы в деда голосуем, потому что он же убил. Нет, мы голосуем. Нет, мы в Гвина. Э, блядь. Но ну, только дед же резал. Взял личину материал. Я думаю, ну, линчеватель. Скипайте все. Я скип. Дина, Даша? Я тебя зарежу в следующем раунде. А ты же линчеватель, у тебя только одно убийство. Юлечка. У нас сейчас еще один убийца появился. Юль, береги горло, тебе пригодится еще. У нас Гвинтер убийц. Я забываю просто на какую кнопку разговаривать. У меня на альт стоит, это удобно. Как у мышки. Дредхангере. На альт жму. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ладно, все, я пошла работать. Лана, я ей пою песни. Она кричит и вот Лана, Лана, Лана. Лана, Лана, Лана. Не убивайте, девчонки. Чихнул на меня? Где бы спрятаться, чтобы выжить? Ищем трупы. О, можно побайтить. А что стоишь? Заложила вантус. Пустый резал. Ну, ладно. Оправдан. Я говорю, тяну. Так, Лера с Корей. Дед сует книгу. Слышал взрыв. Да. Юлёк прячется на балконе. Юль, поговори. Ой, блядь. Ты убивал-то или нет? Юль, поговори. Раз. Ага. А я мутаюсь этот, с чат читаю. Ага. А, ты чат читаешь? Так, у меня активация по голосу, да. Ага. Юль, ты эспер? Она эспер. Она призналась. О, пока. О, это что такое? Так, не, она шевелилась. Не эспер. Я эспер. Глот. Хо-хо-хо. Не, Джонатан! А где все? Где трупы? Самый главный... Да похуй, будьте здоровы, блядь, дамы и господа. Блядь, голубиный помет! Да я ебал, будьте что за... Реально? Дайте поиграть в игру, бля! Я вообще не... А ты что произошло? Как это произошло? Он же мне нейтрал. И он ходил на всех чихал. И мы заразились за гриппом и сдохли. Колокольчик, Дин. Очень долго. Напростудился, но хули. Голубь слишком. А если как всех на чихал? А ты как понял, что я не мирный? Я?
А ты просто бежала, орала, я решил тебя рубануть. Понятно. Это была мимика. Да. Да, Дина бегает, говорит, девочки, не убивайте, и сама убила. Дина. Я же мирная... А, это Динулька мне бомбу кинула, да? Регайте, регайте. Ребят, я спасителем была, я мирная роль, там сверху видно. Да, конечно, ты убила. Так нажми на тап, там же видно роли. Я переоделась в Дину и убила тебя. Там, ты нажми на тап, и там показывает все роли. Джонни, я тебе доверял, могу сказать, я бы тебе ничего страшного... О, все, это мой шанс на реванш. Поехали. Так, ищем Юлька. Надо ей кое-что сказать. Юдак. За позапрошлую каточку. Ой, сейчас чихну, сейчас точно чихну. Ой, не могу. Сейчас чихну. Кто? Запомни, я с Юлечкой хожу. Нет, я серьезно говорю. Я Джонни больше не верю. А, дура, блядь, я только размутывалась. Дина, Дина, Дина. Так, а где же все у нас? Так, а где же все? Ну, надо, блин, найти и подумать. Кто же у нас трейдер сегодня? Блин, а то люди куда-то исчезают. Такое ощущение, походу, там куда-то их прячут. Блин, надо дед, подумать, я Джонни больше вообще не доверяю после прошлых каток. Да, да. Блин, Юля тоже вела себя подозрительно. Тоже, вот надо передать что? Информацию. Просто всем не Алло. Доверяю. Алло. Дина, Дина. О, сучка. Дина, молчи, если сосала. Ебать, она проглотит. А, Джонни, ты тоже у него в пузе? Ну, как видишь, блядь, мы в одном судне. Блин, я после прошлых каток не доверяю у Джонни. Я слышала, короче, в ванной, я не поняла, что произошло, то ли водка убил Лану, а потом кто-то убил водку. Гвин убил водку. Блядь, еще музыка на фоне охуенная. Гвин, ты мститель? Водка убил Лану, а Гвин убил водку. А я увидела еще мертвую Лану. В принципе, ничего не изменилось. Я увидела мертвую Лану, и возле нее была Юлечка. Я вообще была сейчас внизу. Слева, даже не было там, Юлечки. Там, где мертвая Лана, там нет Юлечки. Там только я, Гвин и Дина. Гвин, поговори, пожалуйста. Она была в коридоре. Там же есть проход, можно пройти. Бля, ты полировала Гвина замутит. Гвина замутит. Лиза, кто тебя трогал? Тебя потрогали, у тебя теперь голос такой писклявый. У меня... Ну да, да, да. Тебя весельчак потрогал. Кто с тобой был? Да в смысле в игре, в роль, весельчак. В игре, у тебя в игре. У тебя голос... Лиза, тебе голос изменили. Гелий этот нанюхал. Да, 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 голос после шарика. Алло, почему никто не голосует? Мы не узнаем этого никогда. А я не знаю, куда голосовать, блядь. Я просто... Блин, Гвин ничего не сказал. Он мститель или нет? Его замутили. А. Он не может говорить. Думаешь? Ну или он ему сделал. Это очень странно. Это, короче, надо нажать на колокольчик. Надо нажать на колокольчик, пойдемте, чтобы Гвин поговорил. Так, а где? А, вниз. Он, по-моему, в этой столовке. О, вот сюда, сюда. А может трейтер замутить, ну, точнее, изменить голос своему тиммейту? Да, кому угодно, может, кому угодно. Догой еще. У меня не нажимается пока. Догой еще побегаю. А, стоп, зачем, Гвин, рассказывай здесь, Гвин, рассказывай. Ты мститель? Да, да, я просто случайно зарезал, блядь, я просто высветилась мне, я зарезал. Я так и подумал. И тебя замьютили, правильно? Да, да, да. Ага, все понятно. Режь, режь, я нахуй, Я испугался, убил в колокол, потому что Гвин кричал: «Режь, режь, и нахуй, сука, ебаную, еби в рот». Гвин, кому ты это говорил? Так, тихо, тишина. Мы обсуждали прошлый раунд. Во-первых, что, блядь? Ты просто орёшь Дине, чтобы она меня зарезала, ты чё, вообще?
Это была проверка на вшивость. Нет, это пиздобольство, это пиздобольство. Ты и Дина, вы в сговоре. Нет. Да не кипишуй, подожди, объясняю. Во-первых, водка, брат, если ты меня слышишь, прости, пожалуйста, не скликнул, пиздец, хотел не тебя зарезать. Честно клянусь. Во-вторых, я не знаю, кто трейтер. Я мститель, если вы при мне убьете, злодей, я убью кого-то рядом. Клянусь. Так давай просто вспомним, кто тогда убил чела, из-за которого у тебя способность мстителя активировалась. Я тоже не заметила. Водку убил Лану, и Грин убил водку. Но он только одного Чё убил. Что вспоминать-то? Да. А. Ну... Он убивает Лану, а Гвин убивает Лану, что это два трупа. Он с Ктомом бегал, дружил, поэтому, скорее всего, Ктом его кентик. Блин, я уже скипнула. Ну, короче, на Next Ктома голосуете. Алло, я нет. Я что, я вообще... Я нет. Алло. Ктом, ты нефор, давай, уехал. Да. О, нихуя проголосовали на Next. Ай-яй-яй-яй. Просто по колу Лерон. По-моему? Топили, а, или да. Гвин? Ты еще Лерон уезжает. Сказал. А, Гвин, по колу Гвина. Блин, я подставила Лерон. Мне не нужно ни с кем ссориться. Буду их байтить на люстру? Ну, чтобы остальные думали, что я байчу на люстру? Я байчу на люстру. Задание будешь выполнять или АФК будешь стоять? Не, я в этом раунде я забила на задание. Я их стою, байчу на люстру. Если честно, мне нравится, что это Лиза, потому что она в меня пыталась, ну типа, вы поняли? А, ну и так жестко начала, да? Ну либо Лиза. Ну, на самом деле, я в кто вам по приколу кинул, ребят. А кто еще в него поставил? Я в скип ставил. Скорее всего, у нас один трейдер остался. Я чисто в пизды сказалось еще. Угу. А здесь есть такая типа роль, как у мэра, вот эта вот фигня, потому что у него очень много голосов у нас нет, столько на стене. Не, там бывает проповедник, но я его не включала. Опа! Реально забайтились! Так смотри, Дин, один голос был в меня, один был еще в кого-то, два в скип, и у него 5 или 6 голосов. У нас до хера народ на самом деле. Стоп, нас сейчас обчихают, не надо, давайте. То! Вот так вот, да? На! Выплюни, я тебе буду песни петь. О, как. И хочется свет вырубили. Любить и дышать. Как темно-то. Темно. Как? Такой, в жопе. Есть. Дин, точка. Что вы тут смеетесь? Кристин, не уходи, пожалуйста. Надо свет за... Кто убил? А, это Крис. Я просто нажала репорт. Вот так вот. Забегала, Крис, говорила, что это Юечка, и ее прибили. Объясняю. Я, во-первых, не понимаю, как чинить свет в этой ванной игре. Так просто подойти и включить. Дина, да. Лиза и... Айс говорила, что это Юечка, да. И плакала, что ее никто не слушает. Я топлю что Юечку. Да, мы бегали с Лизой, и вот подбежала Дина, и была еще Юечка, и вот Лизу положили. Я в Юечку по... Блин, Крис, а разве не ты? Мне что-то показалось, что это Крис была. Нет, Дина. Я с Лизой бегала. Я думаю, что на самом деле, потому что когда я бежала тогда по коридору, Лиза тогда заколила, что это я там кого-то убила. Да, ванной, она подошла причем, ко мне, когда это было убийство у вас, Гвин, и я говорю, меня Крис Вейв видела. Ладно, похуй, там и с Крис Вейв, похуй. Даш, ты куда поставила? Я в Крис. Я тоже. Нет, ошибка. Ты чё, блядь, приколись? А это Дина либо Юечка, все понятно. Ну это кто-то. Ты что, прикалываешься? Да. Не, видите. У меня при смерти там вообще не было. Что? Хитить? Дина. А, я понял, блядь. Гвин! Ох! Беги от него! А что за роли у них, вопрос? Ученик светили,
Коза. Ой, а что такое? Коза, за что? Ой, ты меня слышишь, Дим, прости. Да, да, я слышу тебя в животике. Коза, за что? Да ну нет, нет, нет. Ты меня не ожидала. Нет, нет, нет. Пузатая. Сюда. Какой Дима манипулятор, это пиздец, блядь. А я же разберемся вместе. Еще мне нужно было, чтобы Даша не поставила в скип, чтобы не было два скипа, потому что я в человека-то не могу ставить. Не, я почувствовала неладное, когда Дин сказал, меня там не было. А, ты не можешь голосовать, Дин? Я только в скип могу. А, не знала. Вы еще? Ам-ням. Го-го-го, нажимайте готовность. А что, час уже прошел, охуеть. Корри, да, нажимайте. Дина, ты не обижаешься, что я тебя козлой обожала? Нет, конечно, нет, конечно. Спасибо. Сама такая. Крис такая думала, никто не услышит, а мы поймали. Очень смешной голос, когда тебя накачали газом. У меня опять смешной голос? Крис. Нет, тогда был на раунде. Это я сделал. Опа, опять голубь. Рачу! Девчонки, кто мирно идет налево? Я мирная. Лера, ты что, не мирная? А? Лер. Ясно. Лера осталась на месте. Девчонки, Лера не пошла сюда. А давайте... А давайте сыграем против парней. Давай. И как? Ну, типа... Просто хикать будем? Пошли, нажмем колокольчик и хикнем. Дина! Ой, труп был! Стоп, тут Лерон стояла, и кто-то ее АФКшно убил. О, пожди. Ну, понятно, что это не я, потому что откат не произошел бы. Я медиум. Меня начали ебать души, нахуй. Сказали, что их слишком много. Позвони в колокол, бля, кто с кем был. Я был с Гиной. Я с Дашей был. И еще с кем-то. Юль, ну, Дина убила Лерон. Юль, ты же понимаешь, что я не могла ее убить, потому Даша, что Юлечка. У меня не было бы отката в начале катки. Потому что я к вам пришла. Дина, я тебя допустим. Ну, соответственно, это не я. Ну, точно не Гвин. Гвин я последний раз Лана видел слева сверху. Это не Лана и не Крис. Кого-то там видел. Я никому не встретил здесь вообще. Я с Юлечкой был, это она по караоке мне устроила. Да, мы с девчонками были вчетвером. Да, я песенки пела. Дина пришла попозже. Смотрите, а я был с Гаечкой. Юль, у меня не было отката. Я на карандашик тебя держу. Скилза ебашу. Сотри, сотри. Я с Гвином был и с... Какого скилза, ублюдок, я никого не встретил. Дина, давай на нашей интуиции кикать кого-то. Может быть, с Гвина начнем? Дина, проголосуй меня. Да, давай. Не, водку не голосуем, водка, скорее всего, дождь. Я был с Юлечкой. Не, в меня. Ну, Гвина. Не, он с Додо. Он пицца, блядь, у меня другая. Он пицца, он пицца. Не кикать его. Давай, как чувствуешь? Мне не надо кикать, просто три голоса. Скилза, скилза. Три голоса мне поставь и все. Да вы крысы. А я... Ну что ж вы не голосуете? Понятно, дед на карандаше. Что-то Юль нас не поддержал. А ты, сука, на пике сидишь. Не слышу. Просто три раза подряд на этаже роль. Задание. А кто, ты тоже что ли умер? А ты Додо что ли, водка? Не, ты трейтер? Не, у меня другая роль. Я просто хочу проверить, что она делает. Зачем ты хочешь, чтобы против тебя голосовали? Очень подозрительно. Сказать тебе? Да, давай. Лоббист у меня. О. Мне, когда трейдер выпадали, да я даже не знаю, что он делает. Даже не знаю, что он делает. А я? Почему? Ну, она слишком умней. Ну, блин. Меня. Давай. Ну, заебашь меня. Сейчас я... Давай, подожди. Ну... Жму. Давай. Не, ну, захуярить. Слышишь? Вот, по пробелу. Давай. Видишь, давай, ничего не происходит. Нет, ну захуярь меня. Так, слышь, я нажимаю, ничего давай. Не происходит, потому что у меня нет функции убийства. Да потому что это не ту клавишу жмешь, это херня. Убивайте меня. Нет, ты слышишь громкий звук пробела? А знаете что? Ну, убей меня уже, убей меня. Один хочет, чтобы против него голосовали, другой хочет, чтобы его убили. Что с вами не так? Он... Крис убила только что при мне Юлю. Опа.
Давайте в размен. Погоняем. В размен. Давайте, у меня есть скилзы. Не, скилзы не буду. Как-то чипс. Подозрительно. Да, что он? Чипс. Я в себя голосую чипс. В любом случае. Вот ты честно давай. Говоришь, вот настолько? Вот сколько? Ну я говорю, что Крис при мне убила и все. Чипс, давай так, если ты не прав, то никогда в жизни больше капризу не пьешь, согласен? А я не пью и так его, братик. Я думаю, Крис сильнее бы защищалась. Будь она мирной. Это факт. Согласен, ебашим Крис. Она Додо Дуэлянт! Блин, она Додо Дуэлянт. Фак. Я в скилл. Не голосуйте мне. Блин. Нет, я в скилл. Нет. Она Додо Дуэлянт, ё-моё. Чё ж вы не голосуете? Что вы крысы? А кто сказал это? Хорош, Крис, нужно вместе, нужное время. Умом. Как, блядь? Гением. Чипс, Тёма, Тёма, свидетели убрали. О, пиздец, там он уже твой хвостик поднял, слышишь? Горя, он уже... Я доел, блядь. Там плодики уже у Кори перышки отодвинул, чтобы присунуть, блядь. Не было. Я говорю, я Глебу расскажу, она меня кинула. Он вообще просто ебанул. Да он вообще кринжа. Где ты границы переходишь? Просто кринжа. Какого кринжа? Ужас. Не надо про секс. Отменим тебя. Шейм. Это перышки. Дед, без политики Тёма, и минус секса, реп, пожалуйста. Минус реп. Братишка, не хуяся, о чем тогда разговариваешь? Давайте совсем новую поставить. Давайте город. Не, давай вот этот город такой. Да, я поняла. С тюрьмой. Да. Что меня душит. Все, все сейчас нажмите, сейчас да. Надеюсь, они нажмут, да. Да. Так, перепись. Дин, ты меня наебал, а я репорт кинул, потому что мне было да. Переписка. А как каннибал работает? Кто работает? Каннибал. Я хаваю, ну вот я... С 9 до 5. Ты убила, я дохавал деда. И трупа не найти, не зарепортить. Да. Деда доели. Да. Капец, мы красиво сделали. Да. Я еще говорю, делай. Так, а где Лера? А у нас просто, знаешь, чем прикол был? У нас был мимик. Типа, у нас был фейк-импостер. И я поэтому тебя спросил, какая у тебя роль? Я, ну, надеялся, что ты настоящий импостер. Ну, так и получилось. Том! А, вот тут все. Нажимайте, готов! Кто-то, они все, поехали. Тут есть тюрьма. Инженер. Нормально. Инженер. Кто хочет вот такого гуся, участвуйте в розыгрыше. Скиллз, я тебя обнаружил возле проститутки. Что ты здесь делал? Кто это? Это проститутка. А что делать с ней можно? Ну, всякое. Я запердел ее. Я только что в заседании суда постучал. Опа, кто тут импостер? А мы у проститутки были. Блин, я надеюсь, что Skills позаботится. А, Крис, умерли, Крис. Блин. Бомба! Как бомба отдать? Юля, блядь, тебе бомба! Мне никто ничего не ответил, но, короче, побежал водка, убил Крис, сказал, что она схавала труп и... Надо погромче Леру. Водка мирный. Вопрос, как отдать как бомбу? Же как же я хорош? Короче, объясняю. Если что... Не надо мне бомбу давать, брат. Не, смотрите, я объясняю. Я зарезал, случайно боевал, сори. Случайно. Я как-то бомбу... Я думал, я бомбу передам, а я зарезал. Мне не было передать бомбу. Как передать бомбу в этой игре? Я вообще кликал на... Короче... Другого. О, я могу разговаривать теперь. Я не знаю, я видел последний раз дил с Джонни. Возможно, Джонни один из трейдеров. Почему? Ну, мы виделись последний раз с Диной, и ты был там тоже. У нас, смотрите, так у нас скиллов, смотри, сколько скиллов. Кто-то схавал труп, схавал Крис, труп Крис, я ее убил. Крис Вейв схавала, ее убили, да. И мне убил ну ее. Этот. Так я она просто схавала и начала убегать, а я за ней по пятам, ляп, и уебаш. Все, ну, кто-то еще бомбу мне впихнул там. Мне кто-то... Ну, точно бомбу. Не я, точно не я. Я случайно зарезал Юлю. Сейчас умрешь? А я не знаю, ну, меня с вами не было. Скидывается или нет? Бля.
Вот так вот, Гвин. Так вот, Юечка. А я взорвусь или нет сейчас? Да. По идее, да, у тебя сейчас в руках будет бомба. По идее, да-да-да. Надо бы сейчас на Гвина переключить сразу, очень быстро. Я надеюсь, успею. Еще. Менты подпишут. О. Гвин, ты где, братан? Гвин, ты где, маленький? Я это увидел. Вот его лапки. Блядь, остались у него рожки до ножки, ёбаный в рот. Так, там было в толпе много народу. Вова, иди сюда. Так, ищем предателей. Вова, иди сюда. Что такое? Да тут у нас Гвин, кстати, умер. Да-да-да, страшно мне, нет, где Джонни? А, да тут Даша пошла. О, Даша уже подозревает. Что? Боюсь. Кто мы? Лис, алло, алло, ты мут. Почему ты же в тени? Или... Можно... А, вот сюрикен валяется. Пошло. Он сейчас убьет Дашу. Нет, не надо, пожалуйста. Кто взорвется? Кто помер? Эвола. Голубь опять? Какой голубь? Опять голубь. Выиграл. А Сокол что, не выиграл? Соколу нужно всех убить. А Сокол это что? Сокол сам за себя, он маньяк. Ему нужно всех убивать. Одну, блядь, зарезали, второго убили, блядь. Дин, один тебя Джонни убил? Да. Ну, изи читается же. Ну, что, блядь? Я, чтобы ты понял, мы только разошлись, сразу её ёбнул. Сразу! Тебя, Цепин, быстрее, ты убил меня. Вот такие получились у нас сегодня гуси. Если вам понравилось это видео, не забудьте написать пронзительный комментарий, поставить лайк, ну, конечно же, подписаться на канал, на наш Дина Блин Гейм. Ну и удачи вам в выигрыше гуся.